У Вилейском районе открыли фотоэлектростанцию. На статичных модулях энергия солнца перетворяется у электроэнергию и подается в огульную сетку. Одна гелиопанель может запалить 5 лямпочек средней могутности. Таких модулей на станции больше за 2500. Энергии хопит на весь комплекс. Станция находится у 10 километрах от детского оздоровленчего центра. Сентябрь месяц в этом году был не самым солнечным днем, да? Мы получили 56 тысяч киловатт электрической энергии, что, собственно говоря, соизмеримо со 100% расходом электрической энергии в детском центре «Надежда». Идет небольшой дождь, но выработка электрической энергии, конечно же, продолжается. Оздоровленчий центр на 98% забеспечивает себе всеми видами энергии. Цалком перешли на альтернативные крыницы – солнце и мясцовые виды пальва. Зараз працуете над поширением фотоэлектростанции, каб магутность складывала 900 киловатт.